В День знаний в школе номер 28 города Владивостока состоялся открытый урок в рамках проекта «Поделись своим знанием». Перед учениками старших классов выступил Александр Стуглев, председатель правления и директор фонда «Росконгресс». Фонд помогает организовывать крупнейшие мероприятия по всей России, среди них и Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке со 2 по 4 сентября. На встрече с приморскими школьниками Александр рассказал, как их большая команда организовывает масштабные события благодаря современным технологиям. В особенности это касается онлайн-платформ, которые стали актуальны в период пандемии и которые позволяют проводить онлайн-конференции, поддерживать связь людей друг с другом. По словам Александра, именно за современной молодежью стоит будущее страны. Нынешние школьники и студенты постоянно саморазвиваются. Я хотел донести, наверное, такую мысль. Не надо бояться будущего, надо его создавать. И создавать они будут это будущее, вот эти прекрасные ребята. Многие из ребят найдут себя в науке, медицине, в области информационных технологий и начнут создавать что-то новое. И это обязательно отразится на будущем Владивостока и Приморского края в целом. Алина Черненко, Яна Якубич, Игорь Егоров. Новости на Восьмом.